Всем привет, с вами Надбар, и вы смотрите 14-ю серию игры Surviving Mars. В прошлой серии испытали спецоперации, где мы потеряли, к сожалению, 3 охранников. Из-за этого сейчас не работает один из пунктов охраны, но, как бы, ладно, скоро пополним эти запасы. Дополнительно разобрались с трибоочистителями, которые вроде бы как после перезапуска уже работают получше. По крайней мере, я вот смотрю, что даже вот этот в хорошем состоянии, и его давно чистили. По всей видимости, сработал вот этот, и этот тоже в хорошем состоянии, так что, по всей видимости, сработал тот. Наверное, реально требовала игра перезапуска какого-то после установки. Короче, это я учту. Еще за ними, конечно же, послежу обязательно, но вроде бы ситуация разрешилась сама по себе. Да, ракету я хотел использовать для того, чтобы с кем-то торговать, но просмотрел, и, к сожалению, ни у кого ничего на торги нормального нет. Давайте вместе с вами сейчас попробую хотя бы обменяться технологиями с кем-нибудь, посмотрим, что нам предлагают. Я им даю аркологию, а мне топливо повышенной эффективности. Я думаю, что это неплохо. Давайте с Россией поторгуем. Блин, ну аркология, а? Ну это жестко, конечно. По-моему, там Япония вообще бомжи-бомжи. В плане населения им вообще эта аркология не нужна. А нет, 48 колонистов, вы посмотрите. У всех уже по 48 колонистов, да меня же скоро догонят таким образом. Ух, Япония рванула, а? Ну хорошо, ладно. Хм. С Россиюшкой, значит, не получается у нас. Ну, у нас плохие отношения вроде бы вот с Paradox Interactive. Давайте с ними обменяемся этими технологиями. А, повторное использование воды. Блин, так а вы, оказывается, разное предлагаете. Раньше все одно и то же предлагали. Ладно, Япония, контакт, обменят технологиями. Повторное использование воды. Блин, ладно, короче, надо было соглашаться на предложение России, у них самое годное было, потому что повторное использование воды, чтобы оно нам дало, давайте посмотрим, повторное использование воды, это мне дается новая высотка, система водоочистки. Ну, это самое, по-моему, бестолковое из всех, к тому же это самое дешевое, что у меня есть. А вот топливо повышенной эффективности, это уже получше, хотя, опять же, да, вот 1300 науки, это мне один сол, и я это выучиваю. Если бы они мне что-то более дорогое предложили, я бы тогда, наверное, обрадовался. Но так какую-то предлагают... О, можно разрабатывать глубинные залежи водяного льда. Вот это я понимаю, вот это бы дали, я бы обрадовался. А так какая-то фигня. А печатная сборка самоходов нет. Постройки вне купола требуется обслуживать значительно реже. Во. Но... Это давайте вот так... Итак, ну пусть мы это уже доучим, но вот это мне прям очень нравится, прочные постройки, а вне купола. А если задуматься, это прям огонь. Прям огонь. Ну правда, кстати, если заметить, да, то всего снижение затрат... А, это не об этом, ладно, значительно реже, так значительно реже. Эту ракету я сейчас жду, тут жду пока 30 ресурсов закинут, немножечко дроны, по-моему, тут перегружены. Или нет, у нас вот на универсальном складе есть редкие металлы, или это обычные? Это обычные металлы. Ну, в таком случае, ладно, значит, у нас их нет. Обычные металлы вот у нас тут, а редкие металлы сейчас подвезут, ракету загрузят, и все будет нормально. Еще я поменял ресурс, которым я торгую вот здесь, на торговой площадке. Я теперь предлагаю пищу, а запрашиваю электронику. Ну, кстати, наверное, давайте ничего не запрашивать, да? Нет, ну электроника мне важнее всего сейчас, это самый такой трудный для меня ресурс, поэтому все-таки электроника. И пусть везут, ну получится подвести, значит получится, не получится, ну не получится, так уж и быть. В планах на эту серию очень важно мне поднять рождаемость. Я просмотрел за кадром немножечко, какая беда с моими людьми, и дело в том, что вот скажем, вот в этих двух куполах людей уже настолько много, и они настолько требовательны, что им не хватает сфер услуг, ну например... Вот у нас есть гастроном, уже день новый начался, да, но состоянием на прошлый день здесь было внутри сразу 3 человека одновременно, то есть те желающие другие, которые хотели бы попасть в магазин, они уже попасть в него не могли. То есть нам нужно вот этот малый гастроном заменить на гастроном здорового человека, то есть на... вот такой вот. Да, он занимает больше места, но его придется поставить, потому что людей уже много, ну и что ж поделаешь. Ну и тем более он всего лишь бетон требует, ну просто место займет. И даже в кафешке не все помещаются, вот видно, 10 человек уже сидит внутри. И это проблема. Это реально проблема, потому что я вот, не знаю, как это поможет, если я добавлю еще одного человека сюда. Но вот прям из-за того, что не все, не у всех есть доступ к приготовленной пище,
которые продаются в кафе, некоторые люди из-за этого немножечко бомбят. Давайте посмотрим, какие еще есть постройки с готовой пищей уже. Ну, только кафе получается, да? А что у нас еще? Может быть, где-то что-то еще есть. Нет, вот только получается у нас кафе. Это еда, да? У нас называется штука. В таком случае нужно, я думаю, просто увеличить количество работников в определенное время, да? Давайте скажем, во вторую смену на одного больше поставим. Этот сейчас гастроном достроит, я вместо него новый потом сделаю. Ну что, 30 из 30, все, полетело. На землю обратно пока что она мне больше не нужна. То, что хотел, я, в общем-то, все попробовал и потратил целых троих своих колонистов отдал России. Ну, такое случается. Хм, можно только посмеяться над этим. Я еще смотрю, что у меня периодически бывает высокая загруженность шаттлов, поэтому я хочу еще один заказать. Для него требуется полимер и электроника, пока что они у меня есть, я, наверное, это и сделаю. Вот, заказал еще один, это будет уже 5, ну и нормально поработает. И да, кстати, это, наверное, единственная постройка снаружи, которая требует у меня электронику. Ну, пусть требует, вроде бы мы ее... Подождите, а что так много? 2,5 в сутки у нас расходуются электроники, это прям много. О, красиво ракета взлетает. А у нас в автоматическом режиме еще и настроен сейчас разведчик, так что... Конечно же, я поглядываю на аномалии. Но в то же время я прекрасно понимаю, что аномалии все, наверное, изучены. И еще кое-что. У меня уже достаточно запчастей для того, чтобы я мог построить вот куда-то сюда туннельчик. А то и не один. Ну, в конце концов, это единственное место, куда его там можно построить, поэтому прямо возле базы, где-нибудь, я его, конечно же, сделаю. А вот так туннель выглядит. Неровная местность у него. Ну да, вот его, конечно же, желательно к трубе подключить, и тут, мне кажется, идеальное место будет для него. Если что, и колонисты, наверное, смогут пробежать, я не знаю, надо им это, не надо. Ну, я считаю, что это место идеальное. Ставим здесь, а вторую сторону вывод делаем. Слишком далеко, да? Ну вот получается где-то здесь только получится сделать выезд. Давайте подумаем, где бы... Ну, не, на самом деле выбор, конечно, небольшой. Вот здесь, возле экстракторов, на самом деле место не такое плохое. Типа вот как-то так. Нам не принципиально, где именно он будет выходить, главное хоть какое-то соединение создать, и уже сможем процветать. Да, стоит он недешево, но я могу себе это позволить, 80 бетона у меня есть. Металла, смотрите, сколько насобирал металла. Мой, как он называется, ДУ-транспортер в автоматическом режиме, 615 металла, вот так просто. И причем, он еще и не все тут собрал, наверное. Да, еще не все собрал, тут метеориты нападали, нормально. Покидали мне, и кроме того, еще и много здесь очень металла есть сверху. Наверное, еще полимеры тоже бывают, да, вот лежат парочку штучек. Так что отлично. Отлично. Пусть в таком духе и работают дальше. Могу себе позволить в конце-то концов. Все, здесь построился гастроном, давайте... Его вот этот закрывать в таком случае. Да, отлично. Люди уже сидят. Тут кто-то работает. Что тут в кафешке? Угу. То есть у меня вроде бы как хватает людей для работы в кафе. В ночную смену я бы не хотел много людей ставить, потому что народ бомбит из-за того, что им приходится работать ночью. То есть пусть вот один человек какой-нибудь работает, и все. А здесь же, в этом куполе, немножко получше ситуация, если мы здесь посмотрим людей, какие есть, то у них душевное равновесие немножко получше, чем в том другом куполе. Да, есть те, кто все равно бомбит по какой-то причине, но таких очень и очень немного. Кстати, что с тобой не так? Нет видеоигр, короче, это и ты их и не получишь. Нет видеоигр тоже, ну, вот эти страдают, конечно, по таким, пусть вот этому покупок не хватает. Видеоигры. Короче, много прям игроманов вот здесь у нас, да, в этом куполе. Это типа как идет бонус, да, то, что они в игры играют. Но, по-моему, это ни разу не бонус, это... Это катастрофа. Но я немного так подумал. И, наверное, желающим поиграть в игры мы можем дать такую возможность в новом куполе. Построив казино. Здесь-то в большом куполе оно влезет. Госпиталь, комплекс, казино. Он очень много места занимает, именно из-за этого я не хотел его ставить. Да, наверное, вот тут, да, единственное... Ну, ладно, не единственное место, конечно. Где мы могли бы его... Как-то так он странно становится, если честно.
Вот так можем поставить. Вот в таком случае мы точно ничего не зафейлим на будущее, и думаю, нормально. Тут будет казино, в нем тоже кто-то будет работать, сейчас его электроникой напичкают там по полной программе. И будет нормально, по крайней мере, те люди, которым нужны эти видеоигры, они смогут в этот купол попадать, хотя бы из этого, как минимум. И уже заживут по-человечески. Университет у нас, желающих немного учиться в университете, это с одной стороны плохо, с другой стороны ладно. Я могу это понять. У нас все еще доучиваются инженеры, немножко охранников теперь нужно. Ученые, да, ученые нужны. В ночную смену нужны. Блин, но я бы не хотел, чтобы они в ночную смену работали. Ну, буст, кстати, небольшой, я смотрю, да? Смотрите, всего лишь 40. Совсем небольшой. Так, деньжищ у нас вроде бы хватает. Давайте наймем еще раз сторонних, пусть изучают. Потому что изучать нам есть теперь что. Опа, заметил такую одну штучку, что у нас ДУ-транспортер вышел из строя. Значит, его нужно починить. Присылаем сюда ДУ-координатора нашего. Они сейчас контролируют, к сожалению, эту скважину, но там, если честно, давно уже пора поставить что-нибудь другое. Ну, например, еще один центр управления дронами, который у меня сейчас автономный. Я посмотрю, есть ли у меня лишний, к сожалению, нет. И мне для этого нужно построить центр управления... робототехнику. Короче, нужно там прокачать еще немножко, выучить одну технологию. Возможно, мы это сделаем. И да, постепенно в рамках расширения вот этого купола, казино, конечно, пусть полностью достраивается, но что еще нужно? Это нужно построить здание с печатью дронов. Я раньше заказывал только с орбит. Подождите, я выучил вообще это или нет? А, нет, я еще это не выучил. Ладно, придется немного подождать, значит. Так, все, есть казино. Давайте чуточку пока закроем в нем вакансии вот эти. Потому что игроманов у нас не так много, но зато кто-то сможет получить роскошь в виде игры, азартной игры и общения. Если у кого-то есть к этому расположенность, конечно, то пусть используют, да. Но в ночную смену, не знаю, есть ли смысл включать вообще в ночную смену что-либо. То есть люди ночью спят здесь или не спят? Это хороший вопрос. Так, этот у меня с усилителем, да, уже? Угу. А, его еще можно включать и выключать. Интересная особенность. Угу. О, деньжата подъехали, это отлично. Так, смотрите, у меня запчасти здесь есть. Вот этот вот центр управления дронами, они должны дотягиваться до ремонта. Но странно, что не чинят. Вообще как-то... А, ну да, все правильно. Не чинят, потому что там как бы приоритет низкий стоял. И дроны заняты сейчас другими постройками, скажем, вот этим туннелем, заняты комплексом казино. Честно говоря, этот туннель мне нужен просто, чтобы для галочки, чтобы связать вот это вот все. Здесь я пока что развиваться не собираюсь на вот этой его части, потому что тут много всего прекрасного есть у меня внизу. Но пока что работаем так. И значит, что, наверное, еще нужно будет выучить после вот этого модификации лабораторий. Мне нужно будет выучить сканирование уже глубокое, чтобы мы начинали потихонечку сканировать, потому что сейчас просто сканеры простаивают у нас, и когда они нужны будут, будет уже поздно. И, наверное, это я выучу. Сколько оно стоит? 4500. Да, на самом деле, наверное, давайте прямо сейчас это поставим. Заводы отключим, да, вот это вот на первое место. Ну, потому что мы быстро это выучим, буквально за короткий период времени, и потом уже рванем. Да, нанимаем как можно больше. Научники у нас впахивают в три смены. Да, от этого они тоже страдают, у них там душевное равновесие падает, но вроде бы как рождаемость у нас какая-то есть. Кстати, что там по соотношению? 50 марсиан, 25 землян. То есть больше у нас уже марсиан, чем землян в два раза. Интересно, 5 детей на данный момент находится у нас в куполе. И 73 дрона. Короче, дронов почти ровно столько же, сколько людей. Ноль безработных. В позапрошлой серии, по-моему, у нас была с этим проблема. Или, может быть, еще даже немножко раньше. Сейчас проблем с этим абсолютно нет. Есть небольшая проблема с электричеством в третьей сети. Покажите мне эту сеть. Это вот это, да? Тут в ночное время вроде бы немножко просаживается. Давайте добавим ветровую установку. Это я могу. Ну да, вроде бы вот тут я собирался. А, и кое о чем вспомнил.
Хотя сюда, наверное, влезет и большая, даже ветровая установка. Давайте попробуем. Если не получится, то как бы не влезет. Да, ладно, придется тут, конечно, все заполнять такими обычными. Что я тут хотел еще построить, очень важную постройку, это лазер. То есть он охватит какую-то такую территорию, что я считаю вполне достойно, можно даже... В общем, я смотрю, что тут идеальное место есть для него, прям вот четенько оно охватывает полностью все, что есть на текущий момент. И если вниз я и буду разрастаться, ну ладно, поставлю тогда еще один или переставлю их как-нибудь. Но пока что вот тут прям супер идеальное место для него, мне кажется. Купол защитит, конечно, хотелось бы, чтобы он еще и тот затрагивал, но... как мед, так и ложкой, да? Поставлю там еще один в крайнем случае. Жалко только, что туда трибоочиститель не добивает. Но мы можем, наверное, вот сюда еще один подвинуть. Попробовать поставить. Вот где-то, например, здесь, да? И идти постепенно уже в ту сторону, то потом тут где-то поставить и расширяться таким вот образом. Давайте постепенно будем строить еще здесь. Да, электроники сейчас много придется потратить, но вот эти лазеры, они реально нужны. И мне важно, чтобы трибоочиститель этот лазер... охранял в том числе, чтобы на него электроника не расходовалась. На трибоочиститель, по идее, электроника не нужна будет, потому что они друг друга будут чинить сами по себе. Ну, по крайней мере, должны. Так, увеличиваем зону. Мало энергии ему. Понял. Не, подожди, как? А, ну, у него тут вообще энергии нет. Это мы легко исправим сейчас, добавив еще какую-нибудь, не знаю, ветрогенератор или... что-нибудь. Ну да, думаю, что вот тут идеальное место для него. Ничего другого сюда в любом случае не станет. Заодно сделаем еще доп. Соединение потом вот где-то здесь с куполом. Так, ветра этот генератор улучшаем. Все это улучшаем. У нас в основном ночью какие-то просадки идут. Но это потому, что солнечные панели отключаются. Поэтому, раз уж у нас... ветровые установки бесплатные по расходникам, то почему бы не поставить? Быстро сделали. Все работает, да, энергии хватает. Опа, ренегаты, захват заложников. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, у меня был один ренегат был в том куполе, в первом. В одном из казино ренегат захватил заложников. Серьезно? В одном из... Вооружившись самодельным взрывным устройством, вектор планета на грани срыва выдвигает следующее требование. 550 миллионов, ну всего лишь, да. На тайный счет в криптовалюте и самоход, на котором можно выехать в неизвестную точку. 550 миллионов. При этом взрывчатка может повредить купол, нужно выполнить требование, но... А, нет. Короче, нужно выполнить... Или мы не будем вести переговоры с террористами, отказать... Или отправить деньги и арестовать его по пути к самоходу. Вот был бы психологом, было бы интересно, да? Давайте, знаете что, у меня, по-моему, в том куполе никто не живет. Ну, если кто-то и живет, блин. Я просто ни разу не видел, как действует взрывчатка и что в таких случаях происходит. Но, конечно же, переговоры мы вести не будем. Взрыв слышно по всей колонии. На куполе появляется трещина, и когда дым рассеивается, становится видно, что от казино ничего не осталось. Поняв, что вы не собирались платить, Виктор Планета устраивает взрыв и убивает многих непричастных людей. Ну, походу, он только сам себя убил, и все. Да, он только сам себя убил, и все. Вопрос в том, а что взорвалось? Да, чувак знал, почему целить. Но, опять же, здесь никто не жил в этом куполе, поэтому, типа, ладно. Ну, избавились таким образом от ренегата. Он так или иначе бы ушел, правильно? Да. Чувак знал, что подрывать. Надо было это казино как-то немного в сторонке все-таки ставить. Значит что, давайте воспользуемся, наверное... этим моментом я казино немножечко отодвину. Не знаю, поможет это или нет, но... ну хотя бы попробуем. Где у нас там казино? Это мы разберем, то есть, а новое поставим. Хм.
Интересно, конечно, да, заложники, все такое. Экшн. Тут бы мне не хотелось ставить, мало ли, захочу туда дальше купол строить. Давайте вот здесь. А с другой стороны, опять какой-то ненормальный может что-то взорвать. Блин, ну возле аркологии, конечно, это жестоко. А вот по-любому оттуда нужно отставлять, иначе погибших будет намного-намного больше. Вот так, а это сносим. Надеюсь, что вот в таком радиусе оно уже не взрывается. А, кстати, купол при этом не пострадал. Пострадали только постройки внутри купола. Да, сейчас это все перестроят, восстановят. Жалко, знаете, что много полимеров уйдет. Но поскольку полимеры я все равно произвожу, и вроде бы у меня большого дефицита по ним нет, то ладно, это я могу пережить. Наверное. Но обидно, обидно. Давайте восстанавливать. По одному аркологию в последнюю очередь восстановим. Во, отлично, глубинное сканирование выучилось. Или глубокое? Глубокое сканирование. Давайте ближайшие сектора просканируем, которые вот недалеко от меня лежат. Тем более тут у меня еще и вышечки остались такие. Короче, как-то так будем, да? Наверное, 9 штучек. Так, казино готово. В нем никто не работал в тот период. Магазин готов. И давайте аркологию тоже восстанавливайте. Тут, конечно, да, 10 полимера потерял, но это лучше, чем потерять 550 миллионов, за которые я могу этих ресурсов, наверное, закупить намного-намного больше. И не факт, что он бы не взорвал взрывчатку так или иначе. Я смотрю, что у нас совсем мало почему-то ботаников стало. Вот тут никто не хочет работать из ботаников. А, или может быть они просто перебрались все сюда? Только не специалисты. Только не специалисты. Только не специалисты. Есть у меня подозрение, что может быть ботаники свалили туда работать. Да, и я был прав. Да. Так, и у нас там на очереди сейчас уже модификация лаборатории, да? И... О, глубинная добыча металлов. Глубинная добыча воды. Круто, что вот это начало появляться. На самом деле это полезные очень постройки. Вернул заводы с ИИ. Кстати, вот тут вообще быстро, да, и печатная сборка, и магнитная фильтрация выучится. Но все-таки прочные постройки, это поинтереснее немножко будет. Две постройки, а что... А, игровая площадка еще обрушилась, надо же. Но она тут не так нужна пока что. Ну ладно, пусть строится. Удивительно. Недостаточно воды, почему? Так, подождите, тут надо разобраться, почему недостаточно воды. Может быть, у нас... Нет, здесь еще много. Ага. Забился склад, это потому что... Да у координатора там все починил. Да, давайте его возвращать сюда, на место. Пусть он чинит наш акваэкстрактор. У нас запас воды, конечно, еще большой, он передается нормально. Кстати, знаете, что интересно по воде заметил? У нас, конечно... У нас не показывает то, что вот эти две постройки соединены. Хотя, по факту, вот этот вот туннель, переход, соединяет по воде в том числе. Ну, это косвенно можно понять, считая, что тут как бы у нас вода... Мы давно уже трубу убрали, а вода все еще не заканчивается. Ресурсов нет. Какая еще не работающая? А, ну, сейчас все сделают. Меня удивляет то, что они вот в попытках все еще туда бегают. Во! Знаете, что я подумал? Мы же теперь мажоры, типа, да? И можно поставить тоже тут переход. Туннельчик, в смысле. Почему бы и нет? Вот, например, тут он будет начинаться. И как-то так выходить. Вроде бы таким образом соединение должно быть. Да, я понимаю, что у нас трубы и так там супер-пупер, не ломающиеся, но это будет прикольно и интересно, если я уберу еще и вот тут кусок трубы, который, ну, честно говоря, не очень эстетично выглядит. Сейчас тут все помогут, достроят этот туннель, тот туннель, и тут уже вот эти ребята будут не нужны абсолютно. То есть вот этот центр управления дронами разрулит ситуацию. А, да, мне там Россия что-то предлагала, а я упустил этот момент. Давайте посмотрим, что там она мне предлагала. Россия, контакт, начать торговлю. Ну, к сожалению, ничего вкусного для себя я тут не вижу, да, все, ну, типа, то, что мне нужно, взамен на то, что мне не нужно. То же самое у парадокса. А, нет, кстати, смотрите, да, парадоксы
могут дать мне металл, но металла у меня тоже завались. И эти... А эти все еще еду дают. Ну, короче, такое. У Японии почему-то с едой прям... У них ее ноль причем, и они ее откуда-то достают постоянно. Заметил еще одну страшную штуку, то есть у нас уже и металла очень много получается. Его приносят и приносят, уже второй склад забился, и я думаю, что это знак того, что нам нужно уже пора открывать автоматизированные склады, и для еды мы это используем, и для металлов этих. То есть делаем так и возвращаем физику вот эту, да, что там она у нас училась, модификация лаборатории. Пусть уже доучит, а потом будем делать автоматизированный склад. Да, как-то так. Короче, прям науки... О, аномалия, это прикольно. Сюда должен сейчас автоматом приехать разведчик. Давайте за этим последим. Действительно ли он поедет? ДУ разведчик сломался, да ладно. Где там ДУ... Транспорт... Нет, ДУ координатор нам нужен. Там уже пусть достраивают. Вот он. Ну, бедняга, да? Вот сломался, видимо, его каких-то вихрем зацепило или не знаю. Истощено месторождение еще одно. Ну, сносим в таком случае. То есть у нас бетона уже, ну, запас определенный есть. Это хорошо. Вовремя я с японцами перестал торговать. Это тоже уничтожаем. Уничтожаем еще вот эту вот штуку. Ну ладно, сейчас подождем, пока они разберут полностью, потом уничтожим. Мне еще подсказали лайфхак интересный в комментариях. Если поставить ракетодром на этом и убрать его, то выровняется земля. Да, прикольно, спасибо. Это правда. Че так в комментариях не напишут, да? Так, давайте это убирать. Нам не надо. И, наверное, даже это нам не надо. И если на чистоту, то нам не надо даже и вот это. Но тут я, честно говоря, немного нелогично построил. Хотя нет, оно должно соединиться. Да, да-да-да, соединяется все хорошо. Странно, косо, тупо соединяется, но соединяется. Так, это давайте до конца разрушайте. И еще одну площадочку. Не знаю, это чисто эстетически, наверное, да, идет такая... То, что мы выровняли, это нам тоже уже не надо. Ага, и здесь надо разрушить. Как это я так, а? Не заметил. Все, потащили бетон отовсюду. Тут уже больше бетонного экстрактора в распоряжении этих ребят нет. И это печально, потому что у нас есть завод по очистке редких металлов. А шлака ему... Ну, кстати, нет, шлака ему хватает. Не знаю, каким образом, но нанесли. Прям нанесли. Хорошо. Можем даже поближе свалочку ему сделать одну. Чтобы дроны лишний раз не катались. Типа склады, да? Конечно, не очень красиво, наверное, так делать. Ну, потому что рядом прям с куполом свалка. Ну, пусть будет. О, рванули, смотрите как. Пусть работает. Еще не работающая постройка. Это у нас казино. Ну, все правильно. О, начал сканирование автоматически сразу после того, как его починили. ДУ координатор его починил. Скорый, а? Смотрите, самый быстрый транспортер на Диком Западе. А туннельчик скоро достроят. Запчастей у нас был небольшой запас, поэтому я решил побеситься жиру немного. Тем более нам, по сути, кроме как в этом месте, строить-то и негде. Поэтому пусть лучше так. И потом я еще вот тут тоже соединю. Вот здесь где-то. И тоже будет... Ну, а что это такое, а? Вы только посмотрите на это. Это как называется? Это не вихри. О! Прорыв. Прорывы я люблю. Красавчик просто. Огонь. Что нашел такой прорыв? Это у нас что? Тела мертвых колонистов перерабатываются в пищу. Ну... Типа... Прикольно. Но очень сомнительный, если честно. Прорыв очень сомнительный. Зачем? Большая пылевая буря через три сола. Ну, как обычно. Да, кстати, три боеочиститель достроился, а я забыл новый вместо... Новый дополнительно построить. Я вот тут сейчас построю еще один. Вокруг купола будем таким образом создавать чистую зону. Ах, ты ж неровная местность.
О, это неприятно. По меньшей мере, то есть нам придется немножко почаще их поставить, 3B-очистители. Но... пойду от обратного, наверное, переставлю вот эту батарейку немножечко на один блок влево-вправо. То есть типа сюда. А 3B-очиститель добавлю там дальше. Уж совсем мне не хочется с той стороны его ставить. С этой стороны он тоже супер полезным не будет, но, по крайней мере, затронет вот эти солнечные панельки. Может быть, там плюс-минус еще чего-нибудь. По мелочи. Да, сюда его. И мы постепенно окружим купол, только уже с другой стороны зайдем. Ну, совсем мне не хотелось ставить его именно там. Тут он, ну, совсем бестолку будет. Неработающие постройки две. Ну да, люди новые нужны. Ну, мы периодически туда, то кто-то рождается, кто-то умирает. Ну, такое бывает. Опять 76. Вот мы где-то на одном месте топчемся. Отлично, построили здесь уже туннель. Давайте добавим здесь трубу. Где она тут? А здесь. Вот так, да? О, модификация лабораторий завершена. Сейчас мы там разберемся. А эту трубу удаляем. Просто потому, что мне не нравится, как она выглядит. Но это прикольно, да, согласитесь? То есть именно в таком формате снабжения. Это интересно. Много очень... почему раздельные сети? А, это здесь был кусок трубы. Окей. Окей. Что мы сейчас изучаем? Автоматизированный склад, наконец-то. И да, модификация лабораторий. О, залежи богатых металлов. А купол без жизнеобеспечения. Почему? А, достроился 3B-очиститель, наверное, да? И много энергии требует. Давайте раскрывать будем эти. Пусть поработает немножечко сверхурочно. Ладно, сейчас уже день скоро наступит, хватит, но я понял намек, надо расширять немножечко еще количество всего-всего-всего. Но это меня удивляет, как минимум. Оп, быстро построили, смотрите как. Все равно недостаточно. Давайте сюда еще воткнем. Эти позакрываем уже, ну уже день, потому что наступил, солнечные панели открылись. Но странная ситуация с энергетикой. Да, днем все окей. То есть мы ночью реально ночью проседаем. При этом у меня выключен ночью топливный комбинат, много чего другого ночью выключено. И тем не менее, проблемы есть. Что такое? Мы полностью израсходовали все редкие металлы, которые, наверное... Нет, подождите, не все. А проблема с ним, то что у него заполнил склад редких металлов. Че, серьезно, так много? О, ну там, кстати, скоро и израсходуется тоже. Склад редких металлов. Так это нам не надо, наверное. Поразительно просто, как это все работает. Склад редких... Давай, убирайся скорее. Все, сейчас разблокируем мы быстро эту постройку, будет работать дальше. Но она уже скоро перестанет работать. Там очень мало у нас осталось этих редких металлов. Сектор, ничего. О, кстати, охранников мы полностью всех наконец-то восстановили. Пора включать еще эту постройку тоже, чтобы университет готовил новых людей. Но их как бы у нас пока нет. У нас 5 детей, 5 подростков, только что 3 человека умерло старых. Сейчас ждем снова восстановления. Реально всю серию мы держимся вот приблизительно в одном диапазоне, это 75 человек. И надо думать, как им увеличивать комфорт. А там была еще одна технология такая интересная, что во всех куполах, где есть фермы, вот, да, ферма увеличивает комфорт на всех жилищ под куполом. Может быть, я вот это еще добавлю, чтобы просто было людям комфортно. Хотя у них и так комфорт-то у всех на максимум. Это не то чтобы сдерживающий фактор, нам нужно что-то вот именно, чтобы они плодились быстрее, какую-то такую технологию выучить. О, новая аномалия, прекрасно. Я как раз ставлю склад сейчас новый. Здесь мы металлы и так запретили. Ну, аномалию, конечно же, автоматически у нас просканируют, даже несмотря на то, что буря. Посмотрим, что там из нее вылупится. Блин, людей даже меньше становится. Надо будет поразмыслить над тем,
как мы можем увеличить количество лидий-мокси, не работает, да, сейчас у нас? Ну, хоть кислорода у нас хранится достаточно. И топлива, кстати, тоже вагон уже накопился. Нам бы как-то снизить аппетиты топливных комбинатов, он и о нем не так с минимальным приоритетом работает. Давайте в ночное время и тот, и другой я отключу. Ну, ладно, с минимальным приоритетом плохая идея, чтобы они работали, их тогда просто не чинят. И это грустно становится, когда он просто стоит и не чинится. О, есть автоматизированный склад. Давайте начнем с автоматизированного склада пищи, наверное. Вот вместо вот этого всего. Мне даже интересно посмотреть, как он будет выглядеть. Склад продовольствия, к сожалению, обслуживание. Одна запчасть. Но опять же, по запчастям проблем у нас нет. Давайте подумаем, где мы могли бы его поставить. Так, тут расширяем, конечно, радиус. Я подумываю о вот этом перешейке между вот этими двумя куполами, то есть где-то вот тут. Это нам позволит и сюда заносить, и туда заносить, и дальше куда-то тоже вывозить. То есть трибоочиститель этот прям... Подождите, где он? Не могу по нему клацнуть почему-то. Вот он. Такой вот радиус охватывает. О! Так, вместительные ангары и марсианский научный институт. Отлично. Что такое марсианский научный институт? Это вырабатывает очки науки, чем научная лаборатория. Огонь! То есть это типа продвинутая научная лаборатория. И я уже даже знаю, где и зачем, и как я это поставлю. И второй нюанс, это у нас... кстати, искусственное светило, это нам прям не помешает. Вместительные ангары — это максимальное число шаттлов, которые могут находиться в ЦУ шаттлами, увеличено на 6. Сейчас это 6, а будет, соответственно, 12. Это круто. Короче, с этими технологиями мы прям сейчас нормально прорвемся. Особенно мне нравится то, что выучился, наконец-то, Институт Хокинга. Но мне бы хотелось увеличить комфортность жилья под крышей, наверное. Сейчас у нас тут такие мелкие, да, всякие строятся. Но давайте смотреть, что за автоматизированный склад, например, продовольствия. Он небольшого размера, ну, относительно, конечно, небольшого размера. Только непонятно, в какую сторону его лучше повернуть. Ну, неважно, давайте здесь, хоть как-нибудь уже поставим. Так, и здесь у меня, ну, наверное, склад там, не знаю, надо обслуживать, не надо. Сейчас посмотрим, если что, у меня в планах построить еще один трибоочиститель где-то здесь. И пройти уже на ту сторону. Так-то они друг друга вроде бы очень даже хорошо очищают все. Эти крайние, наверное, еще даже ни разу не чинились. Ну, не должны были бы чиниться. Проверим. Да, еще ни разу не чинились, ну, в общем-то, и не должны. Нужно ему электричество. И при этом он еще запчасти расходует. Ну, вот здесь трибоочиститель, очевидно, нужно ставить. Или, может быть, где-то тут. Давайте так и сделаем. Трибоочиститель... Просто чтобы запчасти эта штука не жрала у нас. Ну да, я считаю, что здесь будет место идеальное. То есть либо так, мы не выиграем ничего здесь, зато выиграем вот тут. Давайте максимальный приоритет, ребят. Нужно построить. По электричеству тут будет соединение. О, еще одна аномалия. Ну, фантастика. Не хочется мне там делать никакое такое хитрое соединение, просто добавлю солнечную панельку. Аномалии уже, наверное, выехали за ней, да? На сканирование. Да, он едут уже. Но это ключик, тут я не ожидаю чего-то такого сверхъестественного. Кстати, метеориты летают. Летают еще и как. Мало энергии. Ну подожди, немного, ну что же. Кстати, странно, что панелька не соединяется с проходом. Проход-то энергию передает. Все, рабочая зона. Эй, максимум, давай. Вот так. Лазер все еще не затрагивает. Ну, хоть как-то уже, да, сделали нормально. Ну что, где там наша аномалия? Сейчас мы последим. Почти досканировалась аномалия уже. Интересно, что на этот раз дают. Новые технологии. Ого, коррекция поведения, гравитационная инженерия, наблюдение за межпланетными пространствами. Короче, много всего. Давайте посмотрим, что это такое. Вызвать... Короче, для начала. Коррекция поведения. Теперь поселенцев можно избавлять от недостатков. Очень интересно. Дальше. Наблюдение за межпланетным пространством.
Чудо марсианские науки омега-телескоп открывает доступ к новым прорывным технологиям, уменьшает затраты на исследования в целом. Я считаю, что эту постройку нужно в первую очередь сейчас построить. А марсианская сеть увеличивает эффективность всех научных лабораторий и институтов Хокинга под куполом. Очень прикольная тоже штучка. Но это высотка. Это высотка. А дальше. Новый купол Мега. Ах, мега-купол, ну вот где ты раньше был? И вот эта очень крутая штука, выход на пенсию и смерть от старости, происходит в жизни поселенцев существенно позже. В общем, выучить нам, что будет в следующей серии, надеюсь, это вот все вот эти постройки, это нам поможет бороться с тем, что у нас чуточку упала рождаемость. Ах, метеоритный дождь, ну ничего, у нас уже есть от него защита, так что думаю как-то так. На этом буду заканчивать, спасибо большое, что смотрели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео. Оставляйте свои комментарии, пожелания и увидимся в следующей серии.